шашлыки, конечно, классно, но это так. Шашлык жарить и сидеть, кушать. На пляж приехать, типа, загорать и уже. Почему укроп так много его здесь? Два года. Да? Такие маленькие раньше были, по два. А помидоры почем, не помнишь? 12. 12? Да. Ну, розовые хорошо. Да, типа, 9. А тут мне, кстати, почем? 15 килограмм. А что свеклы так много? Мне на больше одну надо. А, поняла. В общем, Руслан ездил на рынок, пока я тут всякими приборками занималась, прибралась, погладила. Сейчас буду готовить борщ. У меня бульон уже сварен на индейке. И хочу в духовке целиком прям курицу запечь. Борщ у меня готов. Я его делала сегодня на молодой капусте. И здесь у меня плавает перец, он просто вареный, я его потом уберу, чтобы борщ напитался вот этого аромата перца. И здесь у меня жарится курица фермерская, прям целиком. Я ее сначала с двух сторон пожарю, а потом уберу в духовку, чтобы она запекалась. Как я и говорила, цветы по вашей рекомендации я занесла. Даже авокадо затащили мы. Раз вы сказали, что могут быть морозы, заморозки. Вот видите, я послушная. Вы мне сказали, и я все убрала. Тебе три половника хватит? Да. Мы заехали еще раз на рынок сегодня, и там есть один отдел, где продаются разные вот эти сладости. Это уже тут Руслан и Милена продегустировали. Сейчас моя очередь. Я себе налила чай и буду дегустировать сейчас все эти сладости. Это шоколадный, это беза, это ореховый, этот с вишней. Так, попробую сначала вот этот шоколадный. Я примерно так себе его и представляла. Из безы мне вкусны только вот эти орешки. Стружка из орешков. Ой. Хороший ореховый. Мне понравился. Попробуем вишню. Мне нравится. Ты знаешь, ничего. Больше всего мне понравился ореховый. И шоколадный вот этот.
короче, мы ездили на озеро, после озера мы приехали сюда. Короче, это выдма называется. Не знаю, как переводится. Короче, это песчаная такая, не знаю, песчаный такой бугор. И здесь все катаются на мотоциклах, на этих, на квадроциклах, в общем. Это находится там, где лес. И я, значит, иду и думаю, что-то мне показалось, что я тюльпаны увидела. Смотрите. И правда, здесь растут тюльпаны. Смотрите. Ой, а может здесь могилка чья-то? Какого-нибудь животного, например. Зачем кору сюда насыпали? Да? Что-то вот эта вот кучка меня... Как раз-таки какие-то у меня вопросики.